И всем привет, друзья! Вы на канале Dutch Play. Сегодня у нас Mortal Kombat Ultimatum. Игра за Sub-Zero. Опа! Ну, иди сюда, засранец. Вот так. Ой-ой-ой. А как тебя так? Ух ты, еще не забыл комбо. Спустя столько лет. Опаньки. Ох ты, ты чё? Да ты чё? Ой-ой-ой-ой. Что, дадим шанс, бедняги? Ах, не успел добежать, ну ё-моё. Чё за прикол? Так, кто у нас там следующий? Милена. Опа. Ой, ой-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 ой. Ой. Вставай. Замесил в упор. Чистая победа. Да что ты будешь делать, а? Ух ты, бляха-муха. Откуда собралась? Да давай, замораживай. Ах ты, блин, проебенил. Да что ты будешь делать? Сдохнем. Блин, не помню фаталити. Убей, не помню. Сколько лет прошло, я ему уже ни черта не помню. Так, кто у нас там? Смог. Опа! Да ты чё, а ну иди сюда. Так, блин, сорвалось. С апперкотом, да, лучше не пробовать. Да ты чё? Да ты чё? Попался? Поехали. Чё-то я начинаю выгребать пилюлей. Так, блин, походу дело запахло писюнами. Прыгай, прыгай. Блин, да не так же прыгай, а. Так, сейчас Илья или он. Блин, опять запорол. Хотя чё пороть, я не помню добивания. О, тёзка. Sub-Zero Classic, да, насколько я не ошибаюсь. Ой, сейчас походу я отгребу от него. Ты смотри, вообще не попадается ни на что. Тихо. А ты посмотри на него. А ты, ё-моё. Тихо, братуха, спокойно, братуха. Блядь, хуй тебе в ухо. Засранец, даже половину у него жизни не снял. Добрый день. Да ты посмотри на эту падлу, паскуда. А ты глянь, я ничего даже сделать не могу. Да. Он тоже, походу, не помнит добивания. Ладно. Сейчас я возьму, подожди. Блин, ну к субботу я возьму его сразу за вафлю. Хочется немножко потрахаться с ним. Ну, в смысле, вы поняли. Возьмем сектором. Попробуем его закосячить ракетами. Ой, обожаю эту локацию. А, такого не думал. Засранец. А как тебе такое?
От тебе еще срандили, еще. Так, давай, хорош ссать. На тебе еще. Олень замороженный. Ну иди сюда, холодильник. Ух ты, блин. Тихо. Ай, ё-моё, не успел улететь. Пока. Зараза, опять нассал, а. Тихо. Пипец мне. Зараза. Так, ну иди сюда. Может, тебе попробовать вот так? Зараза, не купился. Зараза, на этом купился. Тихо. Тихо. Успокойся. Я больше не буду. Падла, все, кобздец мне. Сейчас апперкот надо поймать. Нет, не поймал. И он меня отправил на электричке кататься. Пока. Ай, победил Саб-Зиро фаталити. Ой, ну ладно. Сейчас мы предпримем окончательный неповоротный ход. Возьмем нуб Сайбота. И все. Сейчас мы тебя разморозим. Там не так уж много осталось, я самый маленький столбик взял. Дальше Соня, два бойца и Шоукан, все. О, ну все. Все, косой. Ух, нихера себе подачу поеду получил. Теперь давай посмотрим. Опаньки. Ой. Прости. Да, успокойся. Вот и все. Да, ну псайба там тут, конечно, практически всех можно наказать. Леха-муха, чуть не попался. Вот, на вот это классно не ловится. Опа. Буцай, пинай его. Ух ты, не успел облачком пустить. На тебе. Так, кто у нас там Соня следующая, да? Сейчас мы быстренько Сонечку оприходуем. Будем переходить на боссов. Тихо, дорогая. Ты куда разогналась-то? Спокойно. Ой, двойной выстрел. Нельзя. Она отражается на меня. Пока, Соня. Локтя в нос, последний удар. Тихо. Вот разогналась. Ладно, пора. Ой. Походу, я сейчас не доживу. Или доживу. А стреляй давай, урод! Сейчас кирдык нам будет. Блин. Сейчас бы, если б не был этот последний удар, от меня в натуре одна тень бы осталась. Так, двойные бойцы. А, два бойца, потом Матаро, потом Шоукан у нас идет. Да кто у нас там? Ермак. Сейчас мы быстренько их. Все как-то лениво Нупсай вот облако пускает. Кто там следующий? Джейд. Вот это опасная. Ну, стреляй давай, блин, олень. На тебе. На. Тихо. Ух, пронесло. Ух ты какой. Так, нихера себе ты какой комбо провел. 26%. Тихо. Промах. Тихо, спокойно. Жизнь-то не казенная. Ух ты, твою налево. Так, дорогуша, спокойно. Так, твою налево.
Давай облака. Проститутка завалила меня все-таки. Ничего, 1-1. Как ты стрелять будешь или нет, а? Вот бандун, а? На, паскуда. Попалась. Замахался я с вами бороться, блин, сейчас так загашу. Все. Измучил. Так, сейчас будет у нас лошадка под именем Матару. А ну иди сюда, ты засранец, я тебя сейчас за рога-то обломаю. Так вот, на нем уже ничего не сработает. Ух ты, твою налево. Его чисто вот так вот, такой техникой. Ну, если он стрелять не будет, конечно. Вот пиздец, походу, мне. Ой, пиздец. Ух, да. Походу, запахло писюнами. Попробовать чисто комбами его прыжками. О, хоть что-то работает. В один удар! Есть! Так, я теперь понял немножко технику, как его рахать. Тихо, дорогой. Не стреляй, не стреляй. Тихо, 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 тихо. На. Все. Я думал, будет тяжелее. Так, ну вот последний балбес. Так, на него телепорт не работает. Прыжком его не кинешь, только облаком придется бить. Тихо, тихо. Так, вот и у него выстрел, зараза, попадает все равно в меня. Да что ты делаешь? Да капец, ну как? Я в шоке, а. Так, моя надежда только облака. Пипец. Капец, вот это да. Вот это снял. Все, пиздец. Ладно, ладно. Давай попробуем какого-нибудь другого взять. Оленя. Так, ну кого ты там можешь обосраться? Да можно и сектора, в принципе, взять, попробовать. Ну почему нет? Хотя нет, эта скотина стрелять начнет. Так, а этот не летает. Давай смока попробуем. Давай, давай, давай. Хотя зря я смока взял, сейчас мне тоже будет кобздец. Ну да, так я и думал. Да, он меня сейчас запиздит. Да смеялся, урод. Блять, только 3 удара, блять. И нет моего робота. Тихо, тихо, тихо. Так, блять, гарпун у него вообще не работает, блять. Он сейчас запиздит меня здесь. Сучок, а. Так, ну мы не отчаиваемся. Мы пробуем дальше, пробуем. Кого ж нам... О, точно, я вспомнил, кого он сыт. Саб-Зиро. Когда Саб-Зиро морозит, у него его выстрел, этот зеленый сраный, пролетает надо мной, он даже не цепляет. Сейчас мы будем его морозить. Если успеем, конечно. Вот так, да. Да-да-да-да-да-да-да-да. О да, о да. О да. Так, сейчас. Тихо, тихо. Да давай, езжай. Блять, еле завалил, один удар оставался, а. Так, вот сейчас все, сейчас главное держаться, последний раунд. Морозим, убьем. Морозим. И бьем.
Давай морозь! Вот это я зря сделал, надо было морозить. Сейчас, секундочку. Да давай, ёб твою мать! Дальше. Финиш. Давай, Сабзиро, давай, 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 не подведи меня. Удар. Морозим, удар. Морозим. Да, да, давай, будешь замораживаться или нет, а? А теперь комбо. Сейчас пиздец не будет. Да, вафлили. Сейчас он отправится на тот свет. Сейчас тебе будет пук. Да, вот так вот проходился Mortal Kombat Ultimate в 90-х. Ой, тут можно посмотреть. Помню, где тут что. Молнию, по-моему. Ладно, будь что будет. Будем смотреть то, что выберу. Или череп. Ладно, давайте молнию. Была не была. Третья демонстрация фаталити. Как круто. Ребята, спасибо, кто смотрел. Вы были на канале Dutch Play. С вами был Антон. Ставим лайки, оставляем комментарии и до скорого. Hey!